Привет, ребят! Если вас интересует игровая валюта, уровень или редкие тачки в GTA 5 онлайн, тогда предлагаю вам заказать прокачку в моей группе. Мы уже успели зарекомендовать себя и собрать огромную базу довольных и благодарных клиентов. Отзывы говорят сами за себя. Качаем быстро, отвечаем на вопросы и, главное, дарим денежный бонус к любому заказанному пакету. Работаем круглосуточно и со всеми платформами, даже с PlayStation 4. Убедись сам, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрий Чедони, ребятушки. Сегодня у нас хороший плохой выбор в GTA 5 онлайн. Итак, друзья, автор на этот раз Димка, но опять-таки я взял все под свой контроль, немножко все это дело переделал, да, и в общем-то посмотрим, что из этого выйдет. Ванек угорает, потому что знает, насколько это все криво и бывает. Ну, нет, на самом деле, кривоту я как смог, я загладил, но где-то все-таки прямые углы остались. Поэтому, ребята, если нравится данная рубрика, давайте наберем минимум 5000 лайков, устраивайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Я понимаю, так Ванек уже контейнер себе выбрал, поэтому погнали. А задача — добраться до финиша первым, ну и, в общем-то, не звенеть яйцами, как всегда. Воу! У меня не Васик, оффрод. Не Васик, оффрод. Оффрод, рот, рот. Оффрод, рот, 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 рот. Рот фронт. Слушай, а он так-то не хреновый. Ну да, он валит. Он так-то вообще нормально валит. Нормально. Фига там. Э, флеш, алю. Флеш? Мочил. А, слушай, тут же этот. Райончик-то тех самых. Все мы его спалили. Короче, прикинь, Нива из-под себя прям рвет, но у нее проблемы с поворотами. Она такая неваляшка, как будто. Ёпта. Я чуть поэтому по перили не поехал. А я прям по ней поехал. Да что так места-то много тебе надо? Да ёпта! Вот эти арки по бокам, вообще, какой смысл от этих арок по бокам, как ты думаешь? Чтобы подзаколебаться. Чтоб потом этот грязь оттуда просто лопатой выгребать, понял? Слушай, а у тебя там что, маленький какой-то баги, да, я насколько понял? У меня, да. А, самое интересное, смотри, я габаритами не помещаюсь, но при этом за счет того, что она как вездеход, то есть, ну, довольно-таки неплохая, я проезжаю так сюда же. Господи. Бля, эта хрень, она такая тяжелая. Вот, ни хера не разгоняется, понял? Ты это видел? Я тоже по стене проехал. Здорово. Ну, кстати, вот этот баги, он прикольненький, но он, да, такой немножко слоупочный. Так, выбор, куда, куда? Ну, красный поеду возьму. Так. Я вижу твою тачку, но не вижу свою. Нет, такая же фигня. А, понял. Нормально. Нормально. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тихо. Так. Понимаю, автобусы. О, смотри, кто вылез. Пес в жилет. Подожди, короче, подожди секунду. У нас тут это лишнее дело. Все. Он, оказывается, с первого раза сдох. А я хотел по нему еще проехать, ну ладно, думаю, живи. Так, вулрайдик. Вулрайдик кривой, сразу говорю, поэтому этот, внимательно смотри. Понял. Так, 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 понял, так, так, синий. Так. Не, ну я первый раз, когда проходил, это вообще было страшно, я понял, очень давно-давно-давно. И, короче, все косяки, которые были, я вроде как пытался вспомнить. Кстати, вулрайды проходим в одну тычку, то есть если не прошел, упал, то заново. Тут вопрос скорости ходит, не ходит? В смысле? Так. С подъема скорости не хватает, поэтому не забудь поджать себе немножко. Ну, может, у тебя, конечно, мощности больше, но у меня что-то Крайслер прям с места. Так себе. Воу! Ага, ты едешь, нет? Да, с трудом, но еду. Так. Чего? Серьезно? Че? А! Сразу еще один был, а здесь разгон уже. Да-да-да, я через Ешку поджал немножко, потому что этот... Ну, там не в Неварике. Так, тут я поставил специальные стены, потому что в прошлый раз я Димона обманул наглым образом. Взял, просто проехал, как настоящий про. Без всяких заморочек. Так. Неварики, неварики, на... Что? Варики, неварики! Серьезно? Пацаки, в двинарике. Че? Че? Ой-ой-ой-ой-ой! Я понял, что надо было делать. А чё, одет-то там? Живой? Живцел? А, я вижу, тебя летаешь, чё-то чё. Да. А, ты типа врезался в эту хрень? Не-не, я думал, там нужно сейвиться, понял. А, ну начни с красной, в принципе, там сейф на красный пускай будет. Тут да, тут он криво вот эти элементы поставил, поленился найти нормальный переход, который без вот этого штыка и прям в него. Слушай, а Бэха-то вроде едет неплохо, да? Ну, могёт. Ой-ой-ой. Вроде понятно. Да, так тащит. Ладно, слушай, надо было, значит, сделать перекатку вместо вот этого стопора. Вот это было намного прикольней. Так, что тут дальше? Что тут? О, ёб твою мать! Красота какая! Я улетел. Куда не надо. Ай-яй-яй-яй, да ты езжай, ты, пожалуйста, ровно. А, да, вижу, вижу, вижу. Да, бэха, видать, такая немножко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нормально. Ленивенькая. Так, здесь у нас перекладочка, перекладочка, перекладочка. Я, пожалуй, машину починю, а то... Без коллизии не поеду далеко. Так, ребят, пишите в комментариях вообще, как вам данная рубрика, потому что в последнее время я сам лично не строю карты.
картодел строит не так уж, поэтому мне шутка не нравится. Поэтому просто берет то, что строил Димка, да? Не, ну на самом деле просто он моих роликов там набрал, он сейчас, короче, на море. Я так думаю, а хер ли я, что, пох, что ли? Я тоже не растерялся. Так, тут лед. А куда здесь лететь? Подъем. А, туда, серьезно. Вверх. О, нихера, я думал врежусь. Нормально, поехали, поехали, поехали. Кривые элементики. Куда дальше? А, ну, смотря где ты находишься. А, сюда, что ли, надо? Так, давайте посмотрим. А, где сюда он надо, там? Господи. Все, понял. А, да, там прямо. Там прямо, а потом перекладочка получается. Господи, что у тебя с бэхой? От бэхи вообще ни хера не осталось. Да, все нормально. Тут, короче, нужно бачком, и вон, видишь, где дырка. Понимаю, красиво улетел. Давайте посмотрим. Почини машину, кстати, так лучше. А, да, ты уже починил. А, в смысле, туда надо? Прямо? Да. Ой, что это я так... Да неужто бэха не едет? Да не, все нормально, просто я пока еще не проснулся, все нормально. Кофейку бахни, как говорится, нормально. Так, поехали. А, ее носит. Ну не, держит нормально. Да, нормально держит. А вверх она не поехала. А вот это вот интересно было, я тоже заметил. То есть тебе нужно как минимум до центра доезжать и уже более-менее вот так вниз, а потом уже наверх ехать, да, заранее. Да, ёпта. Обе поймал просто и там, и там. Казалось бы, там расстояние просто. Так, ну... Попытка номер 3 должна быть удачная. Все, я здесь, короче. Ладно. Так, кстати, если ты учесть то, что проехало, мы сейчас с тобой можем встретиться лоб в лоб. Даже не можем, а встретимся, да? А, типа, потом спуск, что ли, идет? Ёпта. Ай, понимаю, разложился. Разложился. Тут, короче, вверх и вниз, да. Я только что машину просто разобрал. Поэтому, если ты едешь, я еду тоже. Я разложился. Разложился. Это хорошо. Так, едем, едем, едем. Единственная проблема, что у этой машины снова маслкар. Понял? Думаешь? Я уверен. А, нихера ты там врезался, я тебя только что видел. BMW, я это снял. Car. Ну, такое. Так-то. Так, что тут? А, долети, пожалуйста, да. Короче, ну, слушай, на самом деле, Chrysler машина идеальная, то есть без каких-либо проблем вообще хорошо. Она охеренная, BMW, я говорю, просто это маслкар основа. Так. Повыше бери. Да. Ага. Ну, вроде... Ну, кстати, едет она неплохо, я смотрю. То есть у меня, видать, просто зацепа вначале. А, что? Нормально, залетай. Почему врезался странно? А, нет, не рассинхрон, ты просто, ну, выше ехал, там по центру переезд нормально. Ты чуть выше врезался. Так, ну, ладно, это не страшно. Мне вопрос больше интересен, как ты вниз едешь. Потому что вот у меня, когда Дима вот эту хрень проходил, у меня вообще проблемы были. Нет, нормально поехал, вообще без проблем. Окей. Там нужно будет сделать прыжок через дирижабль, если еще небольшой, и приземлиться на платформы. Дирижабль. Ага. Ну, можно на дирижабле полетать. Че нет? Тоже хорошо. Так, я так понимаю, я заканчиваю уже этот элемент. Радостно. Радостно и радостно делаю. Так. Поехали. Господи, ты... Ты не допрыгнул? Нормально все. Я, короче, съехал на голубую, а с голубой переехал на белую. А, да-да-да-да-да. У меня также получился переезд. То есть я как бы зафуфляндил, но потом получилось так, что вроде все ок. А, нихера себе, поехал вправо, появился влево. Короче, зеленый бери еще. Так, у меня какой-то новенький финик. Слушай, прикольненький такой Infiniti. Больше похожий на Nissan с каким-то закосом. Он такой, знаешь. Ха, прикол. Так, ладно, поехали. Ты уже здесь? Какой ты зашел? В красный я зашел. Они там крест-накрест, как я понял. Так. Перекрестили струи, так вам. Ну да, типа того. Ты ничего не понял, тот ничего не понял. Так, ну, слушай, на самом деле, финик не самая быстрая машина, но нормальная. А у тебя как дела? Она с трудом завелась у меня сейчас. С толкача? Ну. Так. Так. Ну, вроде... Не, я еду кайфово. Кайфарики? Кайфарики. Прям без каких-либо проблем. То есть я как бы думал, что машинки такие будут, немножко слоупок, но нет. Так, ну ты там меня догоняешь вроде неплохо. Сколько едешь в среднем? Да я пока не понятно, здесь только поворотов. Ну, сейчас 80, 90, 100, так типа. Ну, финик примерно столько же едет, но он, короче, на старте более-менее такой резвый выпыливает. Так, поворотики, поворотики, поворотики. Ты там по прямой едешь возле гаража, смотрю где-то плюс-минус. Ну окей. У меня небольшое преимущество, ребят, это хорошо. Это хорошо. Ёпта! Да, я врезался. Кстати, дальше вроде ничего жопоского не будет, чисто такой уже элемент гонки, поэтому надо топить на все бабки, как говорится. Так, чем я и занимаюсь. Да. Так,
Так. Самое тупое, что я делал эти карты, переделал где-то неделю назад. Я уже сам не помню, куда ехать. Так. Да ёпта. А, даже так, да, вспомнился. Ой, извини. Самое интересное, белых сбиваешь, тебе звезду не дают, сбиваешь Нигела и сразу этот. Все, на кол. Понятно. Охренеть, это что, на них сейчас здесь еще ехать? Ёб твою мать. Что, в метро? Да. Прикинь, на тачках в метро гонять. Так, ну ладно, здесь хотя бы можно разогнаться, сейчас на максималку посмотрим. От первого лица что? Ой, меня за тобой выехали. Это не за мной, я отмазался. Или это у тебя за окном, нихера, я перевернулся. Это за окном, говорю, за тобой выехали. Ну, скорее всего, за тобой тогда, ко мне-то их тем долго, от тебя тем более. Это не проблема. Ну, может быть. Так, на самом деле, я только что очень сильно перевернулся, ехал от первого лица и понял, что зря это сделал. Текс. Тут чё? А. Тут прямо на остановочке следующий. Слушай, а он-то реально прёт неплохо. Вроде скорость 140, а ощущается по-другому в метро вообще. Ну понятно, потому что здесь такой... Клаустрофобия, да? Ну здесь как бы много маленьких объектов, которые ты приезжаешь очень быстро. На шоссе, грубо говоря, это бы не чувствовалось. Так. Я где-то. А, как изделенного специального. Опача. Чё там? Вижу цель, иду к цели, у меня Russian газиш. Фантастиш. Фантастиш, практиш. Газиш? Газиш, прям газиш. Что? Господи. Вот я там. А, у тебя там то ли КамАЗ, то ли Урал какой-то стоит. МАЗ. Или КРАС. Да, бляха, муха, кстати. А, вот тут блин, вообще, прикинь, ехать нужно по парковке, а тут, короче, слишком высоко, я от первого лица еду. Тут вообще нереально на этих машинах. Серьезно? Ёпты, прикольно так-то. Давно я не участвовал от первого лица в гонках. Так. Так. Если честно... А я не пролез. Серьезно? Да. А, ты, наверное, в табличку влился, я объехал там немножко в бок. Как я тут видел мою машину, где там ее объедут? Ты хочешь сказать, она у тебя выше? Не знаю. Она и шире, и выше. Ну, хочешь посмотри. Ну, она точно длиннее, но насчет выше, не знаю. Я не проеду здесь. Ну, пролети, господи, в дверь. Я уж не думаю, что ты на парковке не проедешь. Так, так. Я от первого лица чисто еду. Я не знаю, как у тебя там с камерой, у меня прям вот... Вот, смотрите, ребят. Не, ну ехать можно, конечно, просто... Такое прям тесновато. Так. И самое тупое, знаешь что? Вот сидишь за газиком, вот так вот вид от первого лица, и я абсолютно не чувствую габариты машины. Вообще не чувствую. Ля, серьезно? Че, у тебя так жестко там все? Да знаешь, какая она широкая, она здесь в ворота не вписывается. Понимаешь. Ну, у меня она не такая широкая, но тоже здоровая. Так, прыжок с пивасиком! Я не долетел никуда. О, нихера подвес! Воу-воу-воу-воу! Так, ну, короче, давай-ка я тебя немножко подожду. А там вроде должен быть оффроуд, что-то такое, будет интересненько. Ля. Зато давайте посмотрим, как он там мучается, это тоже интересно. Где-то там. Вот. Да это хрень какая-то вообще. Ну смотрите, опа, давайте впишемся в поворот. Ага, давай. О, давай. Так нихера. Ну да, он у тебя невысокий, он просто база у него длинная, хрень. Тебе прицепа не хватает, он было вообще идеально. Ну слушай, так-то он реально охренеть какой здоровый. Кразик. Не, помещается вроде. Слушай, на самом деле, когда от первого лица едешь, все по-другому ощущается. Вот как со стороны наблюдаешь, по стороне тоже такое себе. Ты от первого лица едешь? Да. Так. А, ну прикольно, и все. Да ладно! Я тебе говорю, оно... Охренеть, ребят, вы видели, у него база за... А, ну нет, он теперь все. Да? Поедет, нет? Ну, а, у тебя еще развал, конечно, починить бы в идеале. Так, ну ладно, ты вроде до меня уже доехал. Так, ну что, сейчас посмотрим, сравним габариты и сразу поедем дальше. Я такой небольшой шару тебе даю. 100% ты не допрыгнешь, это тоже будет интересно посмотреть. Так, где там Кразик? Воу! Голливуд мне докурит в сторонке. Бамц. Офигеть, ты что, по девчонке не проехал? Да, вроде проехал. Нет, она у меня бежит. А, ну я сейчас надо. Так, ну окей, поехали. А чё я появился сзади, а ты спереди, я не понял. Ну как бы. Ну что, а по высоте, ну ты чуть-чуть выше оказывается, да, у тебя база. Ага. И кто быстрее здесь будет в итоге? Сколько едешь? Как сказать, ну 80, 90, ну сотку даже. И полетел. Тормоза не завезли. На самом деле я сейчас с ручником захожу в повороты, потому что
Ага, да, он просто длинный, он просто длинный. Ну да, у него база жесткая. Ну так ты нихера там ты летаешь. Бочком. Назад посмотрел, на там чисто махина такая в кувет летит. Так, ладно. Пар-п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 ар. Дитер даже нету, господи. Да давай ты, поворачивай кусок ты пластмассы. Ну ты быстрее на прямых. Прям знатно. Если учесть, что ты улетаешь. Да, олень, ты чё со мной на перегонки, дурак? Взял под колеса прыгнул. Со мной кабан бежит на перегонке. Олень. Только я смог врезаться в дерево в поле. В пустом. В пустом. Единственное дерево. Ёпта. Вот реально шустрее ты так-то будешь. Ты смотри, я вообще не тяну 60 кое-как еду. Я тебе помогаю. Охренеть, а чё так плохо-то? А чё так плохо-то и лениво, алё, газик? О, оленька ещё один. Не сбей. Охереть, ты прёшь так-то. Воу! Нифига себе. Опасно, ёб твою мать, вырубай! Так. Да, ну... А, кстати, он у тебя на колёсах стоит, что ли? Ну... Что такое неваляшка? Понимаю. Да, нормально, действительно, вот опять-таки. Так. Офигеть ты едешь, зачем я тебя ждал? Я вот сейчас стою и думаю. Ты утонул? Нет. Чем ты колёса сделаны? Ты утонул, да. Всё. Да, всё, утонул. Вот такое. А. Ай-яй-яй. А вот сейчас будет интересно, поднимешь ты с своей базы или нет? А, тут даже я не поднимаюсь. Алло, ты чё мне мешаешь? А чё ты через F2, так неинтересно. Так, а на самом деле... Я сам через F2 полетел. Ну да, надо отъехать. Нет, я не заеду. Ctrl, 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 Ctrl. А, нихера, я тоже не еду, мне надо разгончик попробовать больше. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот это уже интересненько. Ты заехал сам? Нет, ешку прожимаю. Ну это нереально, он не заберет. Так, ну я, короче, вообще на задней дыбке стою, прикинь. Вот прям вообще не еду. Маслкар такой. А, мне открылась дверь, а внутри еще одна дверь. Ну, как бы две двери. Не помешают. Система антивор 2000. Так, окей, продолжаем, ребята, наше странствие. На самом деле, это я думал, что они залезут. То что-то прям так слабоватенько получилось. Брам-б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 рам. 80 километров еду. Там где-то 100 летишь, 120 даже. Сотку, да. Просто 80. Заходим, бачком заходим, опа. Я тоже так умею. Ух ты, ёпта, трактор. Трактор. Вдруг откуда не возьмись, выехал трактор. Не, ну так неинтересно, иди-ка сюда. Я хочу тебя тоже с тобой ехать вместе. Это что-то я прям в задницу. Так. О, видел там даже. Джипик, джипик тоже. Ага. Выкрутасы делал. Так, что там впереди? Свинюшку сбил! Я телепортнулся быстрее, ничего не знаю. Ну, так-то на самом деле, рили. А ты куда телепортнулся? А я не знаю, я влетел сразу, типа, потом влетел. Я, короче, взял пятнашку. Поехали. Оуч. Да. У меня не лучше. Битва ведер. Камень, а. Охереть, десятка так полетела, пошуршала прям. Айч. Вот сейчас плохо. Ёпта. Меня остановил камень. Так. Так, белая десяточка под моим окном. Уже 10 лет никто не уберет. Так. Да ёпта! Да ёпта! Доехали! Доехали, мы ехали! Ну чё ты? Ну чё ты, господи, как вообще дела? Как ощущения? Да ужас, боль. Так. Прям на деревце! Красиво. Понимаю. Врезался, ты понимаешь, просто склон, дерево, я врезался в дерево, и все, она встала. То есть она даже назад не отъезжала. Так. Бачок, 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 бачок. Слушай, ну так-то прикольно, конечно, но... Ну что будет дальше? Вот в чем вопрос. Вау! Так, поехали. Понимаю. Там, короче, этот, указатель будет, я со всей дури в этот указатель врезался только что. Да, блин. Больно. У тебя что, пятнашка, да? Пятнашка. Ну, десятка едет неплохо, хоть это не самая быстрая машина, но реально как бы... Ой, ёпта, она не переворачивается хотя бы. У меня тут олень втопил, за пивасиком, наверное, бежит. Типа сейчас через 5 минут ларёк закроют, пытаются успеть. Так, 66. Оп. Оп. А, это все. Это конец мучений. Ура!
Ура! Ура! Ура! Десятка приехала. Ну, на самом деле, пятнашка отстала не так уж и далеко. Что, друзья, вот такая трасса, довольно-таки интересная подборочка сегодня у нас была машин. Пишите в комментариях, что думаете. Если понравилось, давайте наберем минимум 6 тысяч лайков. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на меня и на Дони. Ссылка есть в описании. Всем спасибо и всем пока. Пока.